Мам, займись, пожалуйста, бабушкой. Я в ванную быстро. Настя! Она принюхалась, я не могу. Слушай, совесть иметь надо. Что у тебя? Бабушки забыли вынести. Ну ты... Настя, иди, ну вынеси, вынеси ты судно. Из-под бабушки-то. Кому я говорят-то? На горшок хочу. На уровне. А потом не ПТУ, а школа торгового ученичества. Достаточно было бы. Да нет, трешки-то мне не хватит. Ли, твой приехал! В таком прикиде, а тачка полное говно. Не говори. Настя. Рыжов уехал в Ленинград. Я ставил нам это. Так что после работы... Ладно, ну прости меня, прости. Ну хорошо, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. 250 кошмар. Ладно, не ной, дам я тебе этот полтинник, а дашь, когда смотришь. Охрану кооператива. Сторожем, что ли? Ну, туда ее, сторожем. Есть?
Они попросят. Ну, а нет, так они тебя подвешивают и утюжком к животику. Может, мне сразу в рэкет идти? Че, я человек тренированный? А ты? Если меня тогда от Афган не отмазали, у меня еще... Ну, а здесь находится гордость нашего музея. Квадратных метров. Господи, Евгения Анатольевна. Что со мной может случиться? А черт его знает. 2 недели ходить в один и тот же. Не принадлежу. Немедленно. Ваши цветы, если они, конечно, мне. Они мне? Они какой-нибудь? Кормлю вас нормально. Небось, лопаете, бог знает, что и неизвестно где.
Пока. Ух ты. Сейчас я свою мамочку накормлю. Ну. Обязательно потом в Москву, мамочка. Вот, а там кому-нибудь под зад колен. Выпьем. Да, мамочка? Сейчас мы выпьем тёп. Сейчас, ну-ка, мамочка. Ну-ка, где такой-то? Ну, что такое-то? Ну, сказал же, неохота. Мне это надо еще в холодильник запихать. Я сказала, посмотрим завтра, как будешь себя вести. Так, интересно. Не знают правил дорожного движения. Да, да, это действительно так. Да. И очень часто попадают. Да, я решила обучить дорожным правилам своего щенка-дружка. Зачем? Я тебе. Я клянусь тебе. Понимаешь? Господи, Господи.
Хорошо, фонари, ребят, 1:00 ночи. Марш отсюда, а то с утра. Хорош, купальник тянет на 200-250. Господи, а чем же он должен быть? Я кому сказала? Мне же потом белье стирать. Ну, Лидка тебе... же выносит. Что он у меня с утра, как два полка? Мария, аскорбинка, витамин С. Ну, где же мой поясной? Настя. Кого ты ждешь, а? Почему 20? На метро и на автобус туда и обратно. Она что, что я? Слушай, я ничего выгляжу, а? Улет. Хамской, о боже, не могу попасть, хоть деловитости. Мамочка, я закрою дверь, чтобы тебе не мешать, да? Проходите. Проходите, проходите. Я кому сказала, обувайтесь. Тоже мне.
Без шампанского. А где вы розочки брали? Я вами займусь, серьезно займусь. Я об этом могу только мечтать. Ешьте, ешьте, а то остынет. Совет. А. Магазин. А. Саша, это так. Одно название. Ну, смежники чего-нибудь не допоставили? А вы кричите? Баба в койке на время отпуска. Марин, я тебе запрещаю. Ну, он же кабель. Андрей Павлович, родненький, а что, если я форточку закрою? А? Схвачено. А? Поселимся в отличной гостинице. Рядом дом творчества писателя. Подумала о том, что его еще одна женщина любит. Кто?
Нашел место. Не лезь, кому говорю. Сколько раз просила, Мишенька, будь осторожней, не боись, малыш, я все знаю. Малыш. Участок давай на завод. Я какой участок? Ты сухая? Да, сухая. Опусти ручонку-то. Ты же всегда жила так, как тебе этого хотелось. Он же был отцом моей дочери, твоей внучки, наконец. Я не могу себе купить колготки лишние. Девки, бог знает.
помнишь? Ты помнишь Александра Наумыча? Он обожает нашу Настюх. Посади, чтоб ты цветы нюхала. Ну ладно, ну не плачь, мамочка, ну не плачь. Прости меня, мамуленька. Все тебе сказал неправильно. Все сказал неправильно. Ни одного слова моего. И лучше всех. Послушайте, а вы приходите к нам после... А, все в ажуре, все нормально. Да. Придешь? А, ну порядок, да? Да? Меня нет дома, вернусь. У тебя их не в проворот. А я с собой как-нибудь сама посмотрю. Договорились?
Тучка, я поверну. Спасибо, спасибо, спасибо. Мамочка, Лидочка тебе говорит спасибо. За вчера вечером. Боже мой, ну где же они? Слушай, ты уже... Так, бабушкино судно забыли вынести. Иди, иди со своим перчатками. Пока, я пошла. Угу. Вот, гоняешь в Прагу, купишь... Так, а бабушка что жрать будет? Опять овсянку? Так, что же у нас будет жрать? Сейчас, вот, надо их разморозить. Настя, немедленно признавайся, откуда ты? Лида? Вы уже знаете, да? Что-нибудь с Андреем Павловичем?
Перестань раскачиваться, ты мешаешь. Извините. Нет, нет, ничего. Свяжитесь с ней. У меня больше никого нет. У меня на завтра 6:10 утра билет Москва-Адлер. О, а я уже... Любое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, наказывается лишением... Дерьмо собачье. Хорошо, что тебя рано отпустили. Меня еще вчера отпустили. Откуда это у тебя? Я предлагаю выпить. Ну, мам. Ну да, мам. А это что, ресторанный, что ли, Лид? Господи, сколько же ты заплатил, следуй. Ну ладно, Лид, хуй. Кто обидел мою маленькую? Иди скорее, черт. Маленькая моя, скорее умоемся. Прохладной водичкой.
Обожаю Чинзано. Италия. Напиток богов. Через 7,5. Кстати, Евгений Анатольевич, как вы считаете, Бермудский треугольник действительно существует или это так? Это Настюха добытчица. Вот не люблю эти торгашеские дела. Ура, папа пришел, папа, иди. Да. Ой. Не надо. Женька. Познакомься, пожалуйста. Гольберг, вы не против? Ты знаешь, оркестру всегда в последнюю очередь остатки, но, может быть, вам пригодится. Конечно. Иду, иду. Нормально. Очень приятно. Да, забавно. Ты не меняешься.
Нет, ну, пожалуйста. Женя, курочку возьмите. Я не была на море, вы мне свой завод покажете. На работе отпуск. Дали. Но я его постараюсь использовать. Общественное превыше личного, да, Виктор Витальевич? Тебя вообще пока никто не спрашивает, цыпливка. Возвращаю тебе вот эту дотацию. Тем более, что мама и у тебя наверняка. Ни к чему. Ну, не сейчас, потом, к лету. К лету. Это все равно. Сейчас позвоню прокурору района, это мой близкий приятель. Надо немедленно организовать аборт. Да? Лида, прости меня, милая. Я сначала не думала, а теперь сама хочу. Очень. Ну что ты? Как же ты? Как же ты? Уже рожа. Это просто отвратительно. Немножко рановато, но ничего страшного. Ничего страшного, может, для тебя...
знаешь, у меня здесь две дочки. Да. Саша. Саша. Ты любишь, да? Что это ты люби заговорил? Я, что ли, не люблю Ниночку? Успокойся, перестань, навозьми. Кажется... Хочешь? Мальчика или девочку? Не мешай. Дорогой наш Хрюша, очень тебя просит рассказать, как ты... Нина Елизаровна, понимаете, Нина Елизаровна, позовите, пожалуйста. Настя, ты его нарочно мучаешь, да? Очень умный. Наверняка под датой сейчас. Выйдут. Осторожно, Евгений Трубич, он все приемы знает. Нервничаешь. Ты завтра заходи, трезвенький, поговори как человек. Чего? Чего? А то... Ну-ка, присядь, миленький. Присядь, успокойся, это ненадолго.
Мам, у нас больше выпить нечего. Да была. Мамочка. Реальных возможностей нам надеяться не на кого. Будь здорова, Настя. Ага. Это значит, мы бабушкино судно будем носить со всеми ее делами мимо Мали. Сладкий. Пение птиц. Thank you.